Добрый день, дамы и господа. Я сегодня коротенечко, все на бегу, у меня бардак такой, времени нет. Но нам вот пешеходам значительно труднее, чем вам, автомобилистам. Но, по правде сказать, за это время переделал кучу дел. Так вот, у меня какой-то день сурка. На протяжении 3 лет мы с вами общаемся. В начале сентября мой телефон раскалывается от звонков. Идет информация, что в Дмитрове бык орет дурниной. В Яр-области ребята голосом коровы уже подманили быка. Знаю, что рано, но ничего поделать с собой не могу. Конечно же, прёмся в лес. Теперь по факту. Были 31 августа, были 2 и 3 сентября. Ходили вечерами. Тишина полная. С какого-то перепугу подошла к нам корова с телком. Быка с ней не оказалось. Позвонил своим лесовичкам по местам. Мужички там непростые, криво не насаживают. Ярославская область, Тверская область, Вологодская область. Ситуация та же. Тихо, гон еще не начался. Думаю, что надо подождать 4-5 дней, и потом что-то изменится. Еще о чем прошу. Вот вы звоните, даете информацию. Она очень важна, она очень интересна. Парни, только давайте по факту, что видел сам и что слышал сам. Интересует место, время, погода и как ревел бык. Я систематизирую эту информацию и потом по первому требованию отдаю ее вам. Видеоотчет о наших прогулках коротенечко прикладывается. Жду вас в комментариях. Будет информация. Делитесь. Это интересно. Я думаю, что это полезно. Всем хорошего дня. Удачи.